незримой полосы. Вечно уходящие к востоку, в доме остановятся часы. Всполошится старенькая мама, где же ключик, Господи, прости. И сама попробует упрямо старую пружину завести. Ах, стара у времени машина, отскрипя свои 12 дней, до конца раскручена пружина, только руки мамы не сильней. Покачнется маятник устало, скажет, словно тайным мыслям в такт, при отце такого не бывало, а у сына все идет не так. Но усталый механизм капризный сын, придя, запустит, как всегда. Сядет с мамой говорить о жизни, ворошить минувшие года. В колыбели умиротворения, как младенец, только вслышать речь, равно похвалу и наставления, все это желая уберечь. Будет думать, как бы сладить с болью, если у незримой полосы по его сыновьей горькой роли в доме остановятся часы.